детская музыка привлекает внимание ребятишек из нескольких домов в микрорайоне ГПЗ. Так масштабно здесь проходит праздник двора. Детвора танцует, подпевает и с нетерпением ждет конкурсов. Это стало доброй традицией в нашем железнодорожном районе. Конечно, сегодня здесь самое главное – это возможность пообщаться активистам, общественникам, жителям, детям поиграть и обсудить все свои насущные проблемы. Вы посмотрите, сколько сегодня у нас прекрасных детей. Это первая наша задача – вкладываться в них, вот и в том числе и таким мероприятием. Одни разучивают новые движения под заводную музыку, другие спешат сделать боди-арт. Оригинальные украшения на тело наносят как подросткам, так и детям помладше. Временные татуировки абсолютно безопасны. Но впечатления от этого праздника останутся не только у ребятишек, но и у взрослых. Нам праздник нравится тем, что дети встретились, дети весело танцуют. Перед 1 сентября очень важно собраться, обсудить все. Нам тоже очень нравится. Чаще такую традицию нужно применять во всех дворах, поэтому мы по возможности всегда посещаем. Дети задействованы, детям нравится музыка, аниматоры, вот воздушные шары. Самое главное, что дети при деле, они не ходят по району, они здесь в куче, им весело в одном месте, а мы за ними наблюдаем. Праздник двора на Антоново продолжался не один час. Хорошее настроение жителям будут дарить и дальше. До конца лета такие мероприятия пройдут и по другим адресам.